готовы выполнить приказ и оправдать высокое доверие. В истории прославились не раз ракетные войска и артиллерия. Мы славим артиллерию страны, она пример для новых поколений. Недаром называют бог войны, в учениях мирных, на полях сражений. Любое время, ночью или днем, артиллеристы выполнят задачи. Стрельбой и управлением огнем подавят цели, им нельзя иначе. Салют артиллеристам всей страны, они пример для новых поколений. Отечеству и знамени верны, в учениях мирных, на полях сражений. У нас ракетчики надежны, как всегда, честь рода войск достойно защищают. Расчеты установок никогда не подведут, они присягу знают. Благодарим ракетчиков страны, они пример для новых поколений. Отечеству и знамени верны, в учениях мирных, на полях сражений. Сегодня вспомним тех, кто в грозный час не за чины служили и награды. Артиллеристы защищали нас в 42-м под Сталинградом.